А17. К источнику тока с электродвижущей силой 6 вольт подключили реостат. На рисунке показан график изменения силы тока в реостате в зависимости от его сопротивления, чему равно внутреннее сопротивление источника тока. Варианты ответов. Решение. Выбираем так называемую удобную точку на графике. Это точка, в которой все линии пересекаются. В этой точке сила тока равна 4 ампера и сопротивление равно 1 Ому. Закономы для полной цепи. Отсюда выражаем внутреннее сопротивление, подставляем значение, ЭДС у нас была равна 6 вольтам, 6 разделить на 4, согласно графику, минус 1 равно 0,5 Ом. Это ответ номер 3.